Книга была издана давно, и в переводе на русский она называлась «Незнакомцы на мосту». Многие, не зная автора, тем не менее имели представление о том, что означает это словосочетание. Сцена, описанная в мемуарах, стала одной из кульминационных в знаменитой ленте «Мертвый сезон». В фильме, который снял Стивен Спилберг и который, по сути, экранизация мемуаров Джеймса Донована, адвоката Рудольфа Абеля, знаменитого советского разведчика, Донована играет Том Хэнкс. Именно ему, как явствует из сюжета, поручено договориться об обмене Абеля на пилота сбитого самолета-шпиона У-2 Пауэрса. Премьера состоялась только что в рамках кинофорума в Нью-Йорке. У меня нет в данном случае каких-то особых предпочтений. Том Хэнкс, разумеется, великолепен, но не менее хорош Марк Райланс. И именно блистательный актерский ансамбль и помог мне рассказать историю так, как я ее задумал, тем более, что основана она на реальных событиях. Сценарий был написан братьями Коэнами в сотрудничестве с Мэттом Черманом. Этот фильм старомоден, в лучшем смысле этого слова, тут нет спецэффектов. Это просто захватывающий сюжет, придуманный Стивеном и Мэттом, который потом разработали до нужной кондиции Джоэл и Итан Коэны. На российский экран фильм «Шпионский мост» выйдет 26 ноября. What's the move when you don't know what the game is? The next mistake our country's made could be the last one.